детский садик ясли Улпатай встретил нас своим гостеприимством и рассказал много интересного про праздник Наурыз, который, оказывается, празднуют целый месяц. У казахского народа есть такое высказывание, связанное с этим праздником: «Не позволяй иссякнуть роднику». Родник, который мы обязаны сберечь, это и родная природа, и культура, а также чувство дружбы между людьми. Поэтому праздник в детском саду начинался с высадки фруктовых деревьев. Сейчас я выполняю полумужское дело, я сейчас сажаю дерево. Еще я сажаю дерево, потому что сейчас великий праздник наш, народный национальный праздник Наурыз. Я хочу вас всех поздравить с праздником Наурыз и желаю вам счастья, добра и всего наилучшего. А учредитель этого садика рассказала нам, как правильно празднуют Наурыз. У нас сегодня обширная программа. Вот как положено вообще традиционно Наурыз отмечать, у нас и посадка деревьев, у нас и национальные игры для детей, для взрослых, у нас выставка прикладного искусства народного, у нас выставка по сказкам казахским народным, у нас своими силами концертная программа и, естественно, дастархан. Вот мы сами на улице готовим еду, потому что Наурыз без этого не Наурыз, без запаха дыма, да, без Наурыз кожи это был бы не праздник. На улице стоял огромный стол с вкусняшками, много национальных казахских блюд, концертная программа, танцы, песни, звуки дамбры, выставка книг и не только. Всех удивила эта девочка, которая не побежала за всеми за накрытый дастархан, а продолжала принимать воображаемых гостей. Наурыз көже ішкені бір-біріне мейірімді қарағандарын. К слову, в садике Улпатай детей учат культуре, этикету и всем традициям.